Всем привет! Новый ролик по четырке ВАЗ-2114. В общем, сегодня будем заниматься уборкой в салоне. Будем делать химчистку своими руками, так сказать, детейлинг. Также займемся кузовом, будем полировать кузов. Так, сейчас покажу состояние салона и хотел показать, чем будем отмывать сиденье, ну и все, что там в салоне, в общем. Естественно, перчатки, губки, пенный распылитель, всевозможные там порошки. Так, щетка. Ну и самое главное, вот смотрите, хочу испытать вот такое средство. Это не реклама. Вот такой вот гель для салонов автомобилей. То, что мне здесь понравилось, то, что здесь написано, он удаляет даже сложные загрязнения, разные пятна. И главное, никотин, и убивает микробы. Так что сейчас будем испытывать. Также привез пылесос, будем пылесосить в салоне. Вчера уже я начал потихоньку отмывать. Вот сиденье, оно немного сыровато, правда. Ну, пока солнце светит, о, горячее, надо все отмыть. Вот. Также вот чехлы, там уже я снял чехол, где он там лежит. Вот они, чехлы. Они все грязные, их, короче, в стирку, в стиральную машину. Вот чехол, видите, какой грязный. Он уже никак не крепится, просто как накидка. Короче, это все в стирку. Так, смотрим сиденье, смотрите, какое здесь жирное пятно. Вот такое же пятно было здесь, видите. Это я обычным шампунем помыл. Сейчас вон то средство возьмем и испытаем, посмотрим, будет ли эффект. Сейчас сниму вот этот чехол. Так, снял чехлы. Так, смотрим результат. Видите, все замаслено, тоже грязное. Но спинка еще более-менее. Вот самое главное, вот здесь вот порвано. Здесь попробую зашить, чтобы было более-менее. Так, что еще? Тут небольшой порядок сделаем. Котик, хлам сюда. Все сюда. Чехлы тоже сниму. Все буду снимать. Так, это что у нас? Подлокотник. Это колхоз. Снимаем его. Ну ладно, может, отмоем, поставим на место. Он тоже, видите, весь такой грязный. Есть у меня средство для кожи. Будет блестеть как новый. Так, все сюда. Так, ну, в принципе, все, чехлы снял, сейчас будем наносить шампунь. Также убрать надо коврики и все пропылесосить. Ну и хотел вам показать одну вещь. Пожалуйста, это все грязь или пыль, не знаю, или никотин, в общем. Тут два винтика, открутить 5 минут и хорошенько шампунем отмыть. Так, вот второй козырек. Я его снял отсюда. Чистенький. Так что попробую сейчас минимальными затратами сделать салон более-менее чистым и ухоженным. Начинаем уборку. Так, открыл крышку багажника. Смотрим, что здесь внутри. Здесь был хлам. Человек-рыбак, у него всякие сачки. Также здесь игрушки есть. Игрушки пока убираем. Коробка с хламом. Весь мусор в багажнике, коробки, канистры, все убираем. Вот, кстати, чехлы, которые я вчера снял. Грязная куртка. Все сюда. Так, смотрим. Эту полку постараюсь перешить другим материалом. Степлер у меня есть. Так. Маска нам пока не нужна. Коронавирус пока еще до деревни не дошел. Так, смотрим. Коврик. Весь в пыли. Убираем эту хрень. Порванную.
Так, о, нормально, перцовочка есть. И что такое для стекол? Пригодится. Жилет пригодится. Так, весь хлам выкидываем. Все это будем пылесосить. Так, заднее сиденье надо чехлы поснимать. Тоже все чехлы, видите, грязные. О, а здесь сколько мусора. Денежки. Так, здесь понадобится метелочка. До хрена мусора. Сейчас снимаем чехлы и будем все отмывать. Здесь тоже все грязно. Убираем коврики. Все, снял козырек. Вай-вай-вай, какой грязный, да? Сейчас будем отмывать. Ну что, друзья, смотрите, какой результат, как было и как стало. Если сейчас еще возьму то средство, то вообще, наверное, будет блестеть. Так что пробуем дальше. Так, берем пенку. Ох, какой аромат пошел свежего запаха. Так, ну что, переходим на задний диван, берем пенку. Второе сиденье пробовал отмыть. Вчера я его пробовал, мыл, но обычно шампунь не берет. Сейчас вот взял щетку. Так что, когда покупаете машину после первого, второго хозяина, желательно проделать такую процедуру. Пока на улице тепло, решил заняться салоном, все промыть, пока светит солнышко. Надеюсь, к вечеру все подсохнет. А потом уже к вечеру займемся кузовом. Потому что на солнце полировать нежелательно. Так, ну вот. Отмыл я козырьки, как было и как стало. Смотрите, какая разница. Чистота.
Так, ну все, я пропылесосил, отмыл коврики, стали вот такие новые. Сполоснул кузов от пыли, сейчас будем заниматься полировкой. Вот такая есть полироль у меня с воском, также чернение резины, но это в конце. Сейчас попробуем полирнем. Так, ну смотрим, что получилось. Это не полированная часть. Видите, какая мутная. Это полировано. Вот как она блестит на солнце. Видите, вода держится. Капли вон еле как. А здесь вот вода просто стекает. Так, ну что, друзья, смотрим, что получилось. Салон отмыт. До завтра пусть он подсыхает. На улице погода классная. Завтра подсохнет. Посмотрим уже, какие будут сидушки чистые. Кузов заполировал. Блестит, такой гладкий. Самое главное, козырьки отмыл. Торпеда блестит, все блестит. Так, смотрю, уже все начало подсыхать. И здесь такой цвет стал более-менее светлый. Так, ну вот, пока тачка сушится, все пооткрывал, пусть все проветрится. Также прикинул колесо. Как вы думаете, стоит ли на четырку ставить такие двухцветные штампы? Ну, может, в другой цвет покрасить. Или оставить как есть, в серебряный. Такое колесо лучше оставить. 14-е. Или поставить вот такие штампы, 13-е. Ну, или 14-е покрасить в какой-нибудь цвет. Также в следующем ролике, может быть, будем ставить вот эти противотуманки, которые внизу должны стоять. Цена вот. Так что, друзья, ставим лайк, пишем комментарий, ну и все. До следующего ролика.